Добрый день! Сегодня я поделюсь рецептом приготовления очень быстрой капусты, которая будет готова к употреблению после 2-3 часов, простояв в холодильнике. Берите ручки и блокноты и записывайте рецепт. Итак, для начала приготовления нам нужно капусту нашинковать, моркву натереть на крупную терку. Чеснок я выдавлю через чеснокодавку и все эти ингредиенты смешаю в глубокой миске. Сейчас я приготовлю сироп для заливки капусты. В миску я налила воду, потом я добавлю туда сахар, соль, растительное масло и уксус, после чего я выключу огонь и буду мешать, пока не растворится соль и сахар. Сироп немного остыл, теперь я могу залить капусту. После этого я ее хорошенько перемешаю и поставлю настаиваться в холодильник. В процессе ее приготовления я буду ее перемешивать.